500 тонн с гектара может дать урожай вот этот сорт. Здесь 3 клубня дают 2 килограмма. Каждый клубень 700-800 граммов. Это на одном квадратном метре 14 килограмм. Точнее, в лунке 14 килограмм. На одном квадратном метре 50, а с гектара 500. Ну вот, видите, какой размер огромный. И это требует большого полива, большого окучивания. Несколько раз окучивать, чтобы все это засыпать хотя бы. Это нужна специальная агротехника. И забота раз в 3 дня об этом картофеле. Что-то нужно с ним делать. Внекорневую подкормку, окучивание, полив, рыхление. Ну и так далее. Все по технологии. Как выращивать картофель, я могу дать ссылку. Кому надо, обращайтесь.